селе Урмаево Комсомольского района прошел 9-й фестиваль культуры тюркского мира «Урмай за Лида». Праздник объединил творческие коллективы из 10 регионов. Национальное искусство в разных его проявлениях в нашем сюжете. Международному фестивалю тюркских народов уже 9 лет. В числе его создателей – заслуженный работник культуры Чуваши и Татарстана Фарид Гибаддинов, много лет проработавший руководителем национальной автономии татар-чувашии. Этот человек с большим благоговением относился к родной культуре и повсеместно продвигал песенное и танцевальное творчество. Он ушел из жизни год назад. И этот фестиваль – в память о нем. Мы, надеюсь, будем его дело продолжать и не остановим этот фестиваль. Он будет ежегодно проходить в Урмаево. Может быть, его мы гала-концерты будем переносить, если пандемия кончится, в Чебоксары, в Казань, может, и в Москву. Фестиваль проходил в 2 этапа. Предварительно конкурсанты представили свои работы заочно. Самые талантливые приняли участие в гала-концерте. Я думаю, что такие фестивали мы должны проводить, потому что в Чувашии проживает более 128 национальностей. Данные фестивали помогают нам укреплять дружбу между народами, также сохранить традиции, культуру данных народов, которые проживают в Чувашской республике. В этом году гран-при фестивалю достойна солистка ансамбля татарской песни «Ялкын» Ева Аркадьева из Чебоксар, народный ансамбль песни и танца «Мишар» из Комсомольского района, фольклорная группа «Гульжамал» из Дрожановского района и хореографический ансамбль «Авыл Дэнс» Кайбицкого района из Республики Татарстан. Ульяна Пятакова, Олег Цыпленков, Республика.